Готовьтесь, сейчас мастер-класс, он, конечно, будет в таком ускоренном немного темпе, да, в 25 минут мы все это уложили, смонтировали, хотя, вы знаете, я скажу честно, само валяние вот этих вот митинок маленьких заняло у меня с раскладками там со всеми делами чуть больше часа, еще, наверное, часок это была вышивка, да, то есть вот всей работы где-то полностью на 2,5 часа мы сократили до 25 минут, чтобы уж не было нудно для фестиваля. Итак, поехали. Мы сегодня будем с вами делать митинги в скандинавском стиле. Вот они тут на моих руках. Достаточно сложно было в августе имитировать холод и зиму. Вот нам то, что спущено с подиумов, да, Карл Лагерфельд, пожалуйста, уже который год, он говорит, носим вот это вот, греем ручки. Что нам надо из инструментов? Стандартный достаточно набор, стол у меня закрыт армированной пленкой, но на ней вот здесь сверху лежит еще пленка айкиевская, киевская, да, киевская, как в России, вот, чтобы на ней валять. Плюс, ну, для построения шаблона нужна какая-то пленка или подложка под ламинат, из которой мы этот шаблон вырежем. Плюс нам нужна линейка большая, линейка маленькая, мыло, трубы, на которых катать, используем их как оси, сеточка, полотенце, шлифмашинка, сантиметровая лента, ножницы. Материалы. Мельнос 18 микрон я брала. Два кусочка шелка. У меня они 20 на 40 сантиметров. И ватные диски, которые у нас обычно у всех есть, у женщин в ванных комнатах. Итак, мы снимаем мерочки с нашей руки. Мерок всего 4. Итак, смотрим. По основанию пальцев, по самой широкой части руки, да, вот где растет у нас большой палец, это у нас мерки 1 и 2. Вот я вам на своих пухлых ручках показываю, как это делается. Вот пишите, с чего начать, с какого изделия и техники. Вот прямо с этих митинок и начинайте. Вот, это были мерки 1 и 2. Вот сейчас снимаем мерки 3 и 4. Нужная длина. Я не хотела эти митинки сильно длинными делать. Значит, вот я беру, да, от соединения фаланг от костяшек пальцев, вот так вот до середины руки. И вторая мерочка, вот она у нас, да, от нужной длины сверху до, опять-таки, самого широкого места, где у нас большой палец растет. Вот так вот мы это дело промерили. Сейчас вот смотрите внимательно, потом в записи просто остановите картинку. Вот это все есть на таблице. И вот так вот мы строим нашу выкройку. Мерки 1 и 2, это у нас были обхваты, мы их берем в половинчатом размере, делим пополам, умножаем на 2. Мерки длины мы не уменьшаем. Коэффициент, тут я беру двоечку. Раскладка достаточно тонкая, коэффициент у меня двоечка. То есть я все увеличила на двойку. Все из пленки я вырезала шаблон. Шаблон я сделала сразу сдвоенный, это у нас ни сапоги, ни валенки, на такое маленькое изделие имеет смысл делать такой шаблон. Итак, мы раскладываем шерсть. Я взяла, у меня не очень удачный такой по прокрасу был этот мельнос, как-то его по случаю купила для экспериментов. Вот он у меня остался для экспериментов. Я пасьму разделяю на более мелкие части и раскладываю шерсть с одну сторону. Сначала я буду раскладывать 2 слоя. Эти слои будут перпендикулярные. Видите, контрастного цвета, да, сам шаблон и шерсть. Поэтому вы видите, как вот прозрачненький слой. Он может быть не в одну волосинку потолще, но он прозрачный. Раскладывать мы стараемся максимально равномерно. Потому что хорошая раскладка – это как минимум 30% успеха в работе. Возьмем еще 30% на хороший дизайн, 30% еще на качественное уваливание войлока, да, но 30% – это раскладка. За край заступы были, видите, вот внизу, да, шерстка выходила, это где-то пара сантиметров. Итак, вот этот один слойчик мы раскладываем полностью всю поверхность. В жизни бы вот так вот раскладывать с такой скоростью. Представляете, сколько можно было бы навалять.
Так, разложили один слой, начинаем сразу раскладывать второй слой совершенно перпендикулярно. Та же толщина слоя, та же аккуратность нужна в раскладке, равномерность. Так вот, легко и непринужденно. Так интересно смотреть на свою работу со стороны. Вообще для меня войлок такое очень интимное занятие. Я раньше ужасно не любила, когда кто-нибудь смотрит, как я работаю. А тут вот вдруг раз еще и записывать это. Ну, все в жизни меняется. Мы сами меняемся, мы растем, меняется мир вокруг нас. Это хорошо. Мне вот мир с каждым днем становится лучше и добрее для меня. Меня это очень радует. Ну, в общем, ладно, это лирика. Вот практически раскладываем второй слой. Обязательно следим за равномерностью, сразу же смотрим, чтобы никаких дырок и проплешин не было. Я вам сразу скажу, вот это та сторона, которая будет у вас на ладошке. На ладошку мы раскладываем два слоя. Вот, разложили, смотрим, чтобы так везде все ровненько, смотрим тоже сверху, чтобы никаких дырок не было, проплешин. Сбрызгиваем водой. Ну, у меня вода, кстати, комнатной температуры. Я для самого валяния обычно не использую воду, не нагреваю. Плюс еще, когда для нунофелтинга, тоже навсегда для себя запомните, сразу для нунофелтинга не брать теплую воду. Потому что с теплой водой шерсть у вас сцепится под тканью и не захочет работать, не будет пролазить через ткань. То есть водичка нужна комнатной температуры. Итак. Притираем через нашу сеточку. Сетка москитная у меня, ветеранская, привезена из Москвы. Тут я даже еще и не пыталась покупать, уже, я не знаю, этой сетки много лет. У меня два больших куска и несколько маленьких, и все отлично, работает. Это приобретение на много лет. Вот. Одну сторону притерли, а вот теперь, да, вот так вот. Еще руками проверяем, чтобы все было хорошо. Шерстинки у вас не должны подниматься. Так вот, если рукой вы проведете, они не должны подниматься. Вот, берем, переворачиваем, аккуратненько загибаем края. И можно ножницами на уголках подрезать, потому что нам все равно потом на этих местах разрезать. То есть вот тут, с одной стороны, технологически все просто, но вы смотрите, на этих митингах так много моментов, которые вам пригодятся, вот новичкам особенно, при изготовлении одежды, что действительно вот можно начать с такого простого изделия, а потом от него уже переходить к очень серьезным вещам. Вот там было в уголочке чуть-чуть поменьше шерсти. Я сразу эту проплешечку подзакрыла. И смотрите, вот где краешки, боковушки, мы кладем прядочки, они у нас в этом, на этой стороне будут фиксировать, не дадут сильно растягиваться. А дальше уже раскладываем елочкой. Я когда-то эту елочку, раскладку для себя придумала, сейчас многие используют, и я не знаю, кто раньше, кто позже начал это делать. Я елочку для себя попробовала, исходя из аналогии с тканью в елочку. Вот шерстяные ткани я очень люблю. Хорошие шерстяные костюмные ткани. Костюм в свое время много деловых поносила. Вот. Эта ткань, она не вытягивается на коленках, на юбках, да, то есть она такая очень стабильная. Там вот такой елочкой переплетение нитей. И я попробовала это переплетение нитей имитировать при раскладке шерсти из топса, из гребенной ленты. Да? Либо топс, либо гребенная лента это называется. И вот, вот таким образом мы раскладываем всего один слой вот этой елочкой. Почему здесь у нас один слой раскладки? Во-первых, елочка, она вот тут получится, ну, как более плотная по раскладке. Чуть-чуть потолще мы берем прядочки, но один слой елочки, он по толщине меньше, чем там два слоя перпендикулярный. Мы же сюда добавим ткань, которой мы украшаем наш войлок. Мы все это закроем слоем тоненького шелка. Шелк Excelsior, но не толще Excelsior. Можно взять шелк Панже, там четверку, пятерку. Почитайте поподробнее в интернете, что такое Excelsior или Панже, да? Вот.
То есть можно шифон шелковый взять. Маргеланский разреженный газ не подойдет. Просто газ, ну, в принципе, можно попробовать. И вот так вот разложили, притерли вместе с сеткой, поворачиваем на вторую сторону. И вот эти вот краешки шерстяные, да, захлесты, мы прямо сеточкой загибаем и притираем их вот так вот. Мы знаем, что та сторона, на которую выкладывать декор, она у нас там, где сетка. Сетка нам не дает запутаться, потому что внешне одна и другая сторона теперь уже похожи, они немножко притерты. На митинге уйдет где-то грамм 50 шерсти, вот вижу уже вопрос. Вот. Края, на них может попасть вода, но самое главное, вы их не трите сильно, вот те краешки, которые заворачиваете. Вы их не трите. То, что они просто мокренькие, это не страшно. Вы извините, что я в процессе не очень так отвечаю на вопросы, потому что я все-таки озвучиваю сам мастер-класс, чтобы мне его дополнительно не останавливать. Так, ну вот мы притерли ту сторону. Вот, посмотрели, все хорошо, и нам нужна та сторона, куда мы раскладываем декор, вот где была елочка и раскладка. Ну, так, в принципе, да, тут заметно, что эта елочка была, немножко отличается она все-таки. Это за счет того, что у меня шерсть была так покрашена. Если у вас будет однотонная шерсть, вам будет трудно определить. Вот, я беру линейку, нахожу четко серединку на этом шаблоне, ну и чем-нибудь, смотрите, вот что есть под рукой. Рисовать никаким фломастером, маркером не надо по войлоку, да? Но чем-то, ну вот можно ножницами. Вы для себя так примерно пометили вот эту серединочку. Чтобы знать, вот я буду раскладывать симметричный рисунок. Берем наши ватные диски. Можно брать какой-нибудь там ткань флис синтетический. Можно взять какой-нибудь плотный атлас. Ткань, которая сама по себе не приваливается. Я взяла эти диски просто потому, чтобы никуда не бегать в магазин и отдельно ничего не покупать. То, что есть у каждой женщины, мы все этим, девочки, пользуемся. Да? И вот эти ватные диски, из них нарежем всяких разных колечек. Вот. И еще их разделим пополам. То есть нам не надо очень толстое, чтобы было, да? Чтобы потом эластичность рисунок не уменьшал самой вещи. А то можно такой рисунок привалять, что за счет рисунка будет руку не согнуть в этих митингах. Вот мы нарезали эти колечки, разделили пополам, их раскладываем. Можете не обязательно колечки. У кого-то вот эти вот ватные там диски, они бывают не диски, а квадратики, прямоугольники. Можете нарезать цветочков, треугольничков, полосочек. То есть что вам самим нравится? Рисунок любой. Я вам просто как вариант вот очень-очень простой даю образец, показываю. Ну и вот как-то раскладываете, смотрите, что куда получше, поправляете, можно там с места на место перенести. Даже вот эти вот крошечные точечки, кружочки, все пригодится. Вот, то есть такой вариант достаточно эффектного, но очень экономичного по затратам декора. Вот, то есть вы раскладываете, ну смотрите там. Очень близко не надо раскладывать все эти детальки. Во-первых, смотрите, чтобы вам их удобно было закрыть шелком. Да? Они обязательно должны оказаться под шелком, прикрыты, заламинированы, как это называется, шелковой тканью. Если вы их положите прямо вот один к одному, все это у вас затопорщится под шелком, шелку некуда будет приваляться. То есть вот тут чувство меры пусть вас не подведет. Ну, вот видите, у меня так пропорционально самим этим митеночком рисунок, ну, расстояние изначальное, наверное, там были, ну, может, по 3-4 сантиметра между каждым элементом. Вот. Ну, вот я считаю, что больше не надо. Тут у меня рисунок почти симметричный. В войлоке можно к этому не стремиться. Тем более у меня такой момент, я себе позволила некоторую экстравагантность, так, ностальгируя по моей сумасшедшей театральной юности, вот, я себе позволила экстравагантность. Вот одна у меня эта рукавичка будет с черным декором, а вторая будет с белым декором. Хотя они будут объединены общим цветом на ладошках и общей вышивкой. Да? Вот я раскладываю ровненько шелк. Подравниваю его, подбираю по краям. Я не креплю шелк по самым краям шерстинками никакими,
потому что я думаю, что тут нет необходимости. Шелк тонкий, мельнос очень хороший, легко сваливается, уваливается быстро, поэтому он будет хорошо цепляться, шелк на мельнос. Все это произойдет за считанные минуты. Ну, главное, я поправляю, чтобы все было ровненько, и все вот эти вот из ватных дисков детальки, чтобы они все-все были как следует закрыты тканью. Все, вот они как покрывальцем таким оказались под этим шелком. Ну, поправляем, чтобы линии были относительно ровные, чтобы все аккуратненько. Закрываем сеточкой, намыливаем еще разок. Смотрите, пока вся работа идет ручная, мы шлифмашинку будем использовать, но только вот что называется на такой финальной притирке, уже после нее не надо будет руками ничего делить. Но тут мы готовим всю основу к шлифмашинке. Нам надо, чтобы все было ровненько, чтобы шлифмашинкой мы уже ничего не сместили, чтобы ничего не деформировалось. Вот. Притираем ручками. Так интересно, это ускорено, я не знаю даже во сколько точно, наверное, не знаю, во много раз. Но вся работа у вас больше полутора часов не займет. Это на самом деле очень легко делается. Вот, все серединочки вот тут дополнительно прогладим, да, чтобы нам знать, что все, шелк лег плотненько. Все эти штучечки маленькие, они останутся рельефными, они будут такими выпуклыми на поверхности. Я что-то не вижу, чтобы чат двигался, вы так внимательно слушаете меня, да, вам все видно, все хорошо, видно и слышно. Кто-нибудь мне там, может быть, поставит какой-нибудь плюсик, галочку, чтобы я понимала, что все благополучно. Вот, ну и вот шлифмашинкой мы проходимся по всем направлениям. Угу, все, хорошо, спасибо. Вижу, есть контакт, вижу, что слышно. Проходимся шлифмашинкой по всем направлениям. Где-то мы ее ставим, держим подольше, где-то мы делаем вращательные движения. Знаете, как это, конечно, все уходит, как бы публичная запись, такая все. Но никому не рассказывайте, что я вас научила работать шлифмашинкой без дополнительных пленок. Но когда у вас не налито лишней воды, на платформе шлифмашинки у вас лежит кусок подложки от ламината, для ламината, да, вот обычная подложка 2-миллиметровая, тогда, если вода не плюхает, нету болота, вы можете работать машинкой без пленок. То есть спокойно по всем направлениям двигаетесь вот так вот. Сколько секунд на одном месте по первому проходу? Считайте до 5 первый раз, когда придавили. А после этого уже можете по всем направлениям машинкой двигать. Тут это, конечно, такая безумная дерготня. На самом деле, если вы очень быстро двигаете шлифмашинку, вы теряете вот это вот приваливающее свойство. То есть движения, они более медленные. Ну, если бы я просто оставила это в реальном времени, мы бы не уложились в формат фестиваля, да, то есть вот спокойные, мягкие такие движения, и вы спокойненько все это делаете. Потом вот я беру трубу, я до этого думала почему-то, что эти пластмассовые трубы сантехнические, даже когда ты об этом сказала, а муж мне объяснил, что это на самом деле трубы строительные для прокладки проводов электрики. Вот, то есть я прокатываю раз по 30 вот так вот по длине в каждую сторону, с одной стороны и с другой. Я не катаю поперек, как вы заметили, полотенце у меня хлопковое, простое под рукой, подбираю лишнюю пену и воду. И смотрите, я не режу по шаблону, я на шаблоне разрезаю, и как вот из такой наволочки я вытаскиваю аккуратно шаблон. Ничего не разорвав, вот я проверяю уголки, шовчики. И отжимаю, это же у нас еще такой он нежный очень войлок, я отжимаю, завернув в полотенце, вы видели, да? Вот, смотрю, проверила. Причем я остановилась со шлифмашинкой, скажу вам, такой важный момент. На черном особенно хорошо было видно, когда такая легкая паутиночка шерсти проявилась над шелком.
Ну и вот дальше я кручу руками, валяю вот такой комочек в руках. Вот это вот я кидаю об стол. Это высота где-то сантиметров 30 над столом. И не со всей дури, а легкие такие вот кидочки маленькие. Вот ударяю, не кидаю, а ударяю об стол. Раз 50 кинула. Посмотрела, раз 50 кинула, посмотрела. Где-то чуть-чуть вот так вот потерла по пленочке, уголочками, шовчиками, в разных направлениях прошлась. Это тут вот руки летают, как сумасшедшие. Ну, конечно, в жизни, вот в реале это помедленнее. Но я все время держу этот войлок под контролем. Я все время смотрю, как он уваливается. Я каждой клеточкой, вот подушечками пальцев, знаете, как это... Тоже у Генри это было, да, когда настолько были стерты подушечки пальцев у взломщика сейфов, да, что вот человек чувствовал это вот абсолютно, кожа до нервов стерта. Ну вот увалялась у нас, вот так вот до шаблона уже стало так далеко. Я разрезаю вторую половину посередине, я срезаю, выравниваю размеры, и срезаю, посмотрите, вот та сторона, где пальцы внизу более узкая, вот, подравниваю уголочки, и вырезаю вот так вот ножницами по вот этому выступу дырочку для пальца. Все очень просто, вот просто примитивно. Вот я уже примерила это дело на руку. Я понимаю, что лишняя ширина у пальцев. А почему? Зачем весь разрезать? Нам надо только, Елена, только дырочку для большого пальца. Весь не надо там разрезать, только дырочку для пальца. Вот, и великовата была ширина внизу у пальцев и великовата на самом запястье. И я беру вот так вот, смотрите, да, и тру между руками. Подкатываю чуть-чуть длину, если мне надо укоротить. Я не хотела их делать очень короткими на пальцах. Вот мне, честно говоря, не очень нравится, когда с отдельными пальцами эти митинги делают. Тогда рука выглядит такой грубой, довольно неуклюжей. Особенно, ну, в общем, у меня-то, я сама не маленькая, руки у меня тоже пухлые. Поэтому я не хочу их еще дополнительно визуально увеличивать в объеме. То есть я их делаю вот так вот. И это как-то вот сразу зрительно руку уменьшает. Все, я примерила, отправила, выполоскала и подсушила, отжала в полотенце, подсушила. Вот у меня, пожалуйста, одну я специально вышила на черном фоне, сделала вышивку. Вот это белое, на ней я буду показывать, как вышивать. Никаких сложных швов, все очень просто. То есть я взяла такую тему скандинавскую, можно назвать там эти митинги Стокгольм или мой любимый город Гетеборг, ну вот. Без шлифмашинки это можно сделать, и получится запросто, просто дольше клеить руками. Вот, то есть вот вышивку я тоже делала достаточно мягкую, чтобы она не мешала сгибать руку. На ладошечке мне вот такие нужны гулять с собакой, держать поводок. Да, собака большая, поводок кожаный, тяжелый. Я стараюсь, чтобы швы проходили в теле войлока, да, в толщине войлока, но он довольно тонкий, он пластичный, но тонкий, кое-где стежки проскакивают. Но самое главное, я не люблю, чтобы были узелки, да. Нитки я использую ирис для вышивки цветной, у меня это из бабушкиного сундука запасы. Чтобы не делать узелки, я протягиваю вот так вот сантиметр в одну и в другую сторону, прямо внутри, в толще войлока. Выхожу на ту точку, откуда начинается вышивка, и начинаю потихонечку прокладывать простейшие вот эти вышивальные стежочки. Тут вот шов вперед, иголку, как мы делаем наметку, только он, ну, маленькие стежочки. Где-то будут элементы петельного шва, маленькие звездочки. То есть вот смотрите, сбоку, да, тут идут примеры простейших швов. Это самые простые швы. Их можно использовать именно вот для такой элементарной вышивки. Но потом приостановите для себя вот эти кадры. И смотрите, иголкой мы не прокалываем войлок насквозь. Мы как бы прокалываем его только на половиночку. Да? И у нас нитка проходит в толщине в самой войлока. Изнанка будет чистенькая.
и никакие узелки не будут давить на руку, все это аккуратно. Нитку сильно не затягивайте, опять-таки, потому что сильно затянете, нитка не эластичная, это не резинка, а нитка именно, поэтому затянете сильно, рука уже не влезет. То есть сохраняйте с этими стежками пластичность войлока. Вот так вот потихонечку. Потихонечку доделаете всю вышивку. Вон, смотрите, вот тут видно, как я звездочку делаю проще. Ну, не знаю, мне кажется, что трудно что-то придумать проще. Вот. Да, красота в простоте. Я очень люблю такие вещи, где нет чрезмерных наворотов. И, кстати, вот именно такие простые вещи, они очень долго сохраняют актуальность свою. Вообще все, что приближено к фольклору, оно очень живучее такое. Ну вот что получилось в итоге. Я прямо в эти штучки маленькие влюбилась для себя. Я знаю, что вот осень, как начнет холодать, их же можно еще надеть поверх вязаных или кожаных перчаток. Если вы сделаете полразмерчика, прибавите... Можете их носить поверх просто как декоративный элемент. Ну, конечно, для тепла тоже они очень хороши. Вот такой вот у нас получился с вами мастер-класс.